Всем привет, друзья! Доча пришла с цветами. Симбочка. Вот он. Решила сделать мне сюрприз. Так приятно. Посмотрите, какая красота, какая нежность. И Симбочка встречает, да? Спасибо, дочь. Красота. А вот и цветочки в вазу поставила. Красота. Очень красиво. А, ты хочешь туда наверх, к цветам? Да? Ну давай, попробую. Ну давай, ладно. Нельзя. Не надо есть. Нельзя. Симба, ну ты что делаешь? Нельзя. Нельзя. На обед у нас манты. Очень вкусно, аппетитно выглядит. Салатик приготовила. Перчики положила в контейнер. Отправляются к тренеру. В первый раз за тот, за второй год обучения. Симба! Большой человечек. Ага, приятного нам аппетита. Пошли, пошли. Да. Ешь. Всем привет, друзья. Мы с Абиночкой в одинаковых свитерах. Собираемся мы в город. Нужно посмотреть мне кровать. Я продала свою старую кровать и хочу купить новую. Побольше. Видите, здесь пространство освободилось. Будем выбирать мне кровать. На улице немножко прохладно, поэтому наденем кожаночку. Сабиночка тоже кожанки. А что ты эту сумочку берешь? Это все, мы поехали. Мы подходим к мебельному салону. Вот он. Наш ужин. Доброе утро. Пришли в KFC. Мама, привязай голову в фотку. Скорее всего, да. Иногда заканчивается. Я уже не стала объяснять, что ты не его мать.
наши зашли на Great Wall of China. Здравствуйте. Тут экранчик. Приключения. Американский город обнаружили. Пачка рисована. Где моя? Ой, Майя. Всё. Нет, я больше туда не пойду. Ну как? Понравилось? Это тебе прям вот так. Ну чё, как? Я чуть не обосралась. Она орёт. Ой, моя лошадь! А вы олявы, а я не пугаю. 20 лет? Смотрите, вы там сидите, экран перепалит, правильно? Вот это сиденье движется. Вы тут не сидите. Всем привет! Доброе утро! Сегодня 18 августа. Мне только что завезли мою новую кровать. Двухспальная кровать под цвет моего шифонера. Вот. Круто! Должны приехать сборщики и собрать. А еще я заказала матрас. Ну, матрас доставят 21 августа, возможно, пораньше, не знаю, посмотрим. Хотя я попросила, чтобы привезли сегодня. Ура! У меня будет большая кровать! Я так рада. Ну что, собрали мне мою кровать. Посмотрите, какая она огромная. 160 на 200. Моя картина. Две картины повесила. Может быть, картину поменяю. Пока пусть будет так. Очень красиво получилось. Без подъемного механизма. Очень прочная, вообще не шатается. И головка высокая. Классно. Сейчас пойду вынесу эти коробки из-под кровати, мусорку, и заодно пойду в смол зайду, вкусняшки хочу купить. Иди сюда. Приготовила супчик, вкусняшка. Всем привет, друзья! Купили домой. Многие думают, что мы мало едим. На самом деле мы много едим. Аппетит у нас хороший. Ту-ту-ту. Вот. Приятного нам аппетита. Мы приехали из строительного магазина. Вот. Сегодня очень жарко. Колу взяли. Кто ждет доставку матраса? Симбочка хочет спать в новой кроватке. Посмотрите, он сколько места занимает. Вот у меня была маленькая кроватка, мы не вмещались вдвоем. Вот теперь большая. Вот на видео кажется, как будто маленькая, а на самом деле она такая огромная. Видите, я даже по бокам тумбочки не могу поставить. Прикроватные. Вот. Только что позвонил человек, он сказал, что сегодня будет доставка. За полчаса до мне позвонят, чтобы уточнить, дома я или нет. Хотя на Каспе приложение было написано, что доставка 21 августа, сегодня 20. Потом они поменяли дату на 22. Ну, я думаю, ну ладно, 22, что ж теперь. Но сегодня 20,
сегодня доставят, и мы будем спать на новой кроватке. Ура! Так, как только доставят матрас, мы поедем с дочей мегасылку в турецкий отдел, мадам Коко зайдем, в Айкики. Хочу взять красивые наволочки. Вот такие вот декорные наволочки я покупала в Турции. И очень красивые, симпатичные, но мне нужно обычные наволочки для подушек. Чё, Симба, классно, да? Круто, да? Ура! Только что доставили матрас. Идеально подошел. Высота 20 сантиметров. Чем-то пахнет. Открыла форточку, чтобы она выветрилась. То ли клей, то ли какой-то химии. Ну, в общем, запах неприятный. Вот. Ну, качество материала вроде неплохое. Посмотрим. Он был вот такой вот в целлофане. Курьеры занесли, пакет полностью разрезали и, в общем, сюда установили. Доброе утро, Симба!